«Национальная демография, количество и качество». Вот по таким названиям в Центральноазиатском университете прошла республиканская конференция, организованная Союзом писателей Казахстана и общественным объединением «Халык демографиясы». Участники обсудили открытие узкопрофильного научно-исследовательского института, который займется изучением тенденций рождаемости и развития населения страны. В своих выступлениях ученые не раз отмечали, что Казахстан, который по площади занимает 9-е место на планете, парадоксально малонаселен. Как говорят эксперты, потенциально население страны можно повысить до 40-50 миллионов человек. Теперь изучением этого вопроса займутся в специальном институте. Этот вопрос в свое время поднимал мой учитель, известный казахстанский демограф Татив Бахас. И поэтому я создал этот институт демографии, научно-исследовательский институт. Сейчас она разрабатывает планы. Это будут рекомендации государственным органам. Это прежде всего наша безопасность. Это, значит, развитие экономики. Именно такая огромная территория действительно нуждается, значит, не только в количестве, но и в качестве, значит, населения. Также в стенах университета сегодня вручили дипломы выпускникам 5 факультетов. В нашем университете обучаются студенты по 55 специальностям, в особенности на высоком уровне профессорско-преподавательский состав. Каждому студенту индивидуальный подход. Сейчас ВУЗ готовится принимать первые потоки абитуриентов на предстоящий учебный год. Специально для этого подготовлены аудитории, обновлены корпуса здания. Обустроены комнаты в общежитиях. Владимир Бовкис, Улан Нарынбек, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар 24.